Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об удивительном цветке под названием эустома. Сейчас больше и больше садоводов и огородников пытаются вырастить этот необыкновенный красивый цветок в своих дачных участках. Дело в том, что эустома – это цветок, который можно выращивать как в двухлетней культуре, так и в однолетней. Но у нас, в нашей средней полосе, мы выращиваем ее как однолетнюю культуру. И еще момент такой. После того, как вы посадили в саду, на зиму вы можете этот цветок перенести в комнатные условия и дальше наблюдать необыкновенно красивое цветение этого цветка. Эустома бывает различных цветовых гамм. И вот таких лососевых, и розовых, и сиреневых, белых. То есть необыкновенные раскраски, необыкновенного формы цветка. Высота растений колеблется от 15 бордюрка и до 75 сантиметров. Семена у эустомы мелкие, покрытые оболочкой, очень напоминает семена петунии. Что вы еще должны знать? Когда приходите в магазин, покупая вот такие цветочки, отдавайте предпочтение семенам с значком F1. Дело в том, что вот именно не сортовые, а гибриды более устойчивы и к температурным, и к световому дню, то есть не так капризны, имеют большую схожесть и менее подвержены грибковым заболеваниям. Сеять эустому мы начинаем где-то с конца февраля, даже с середины февраля, ну, можно до середины марта еще посеять. Но чем позже вы ее посеете, тем позже у вас начнется цветение. Если вы посеяли семена в феврале, то цветение наступит только всего лишь навсего в июле. Помните об этом. Грунт для семян, для высадки семян, лучше взять вот такой, для сенополей. Здесь кислотность, это, ну, средний кислый грунт и меньшее содержание азота в нем. То есть вот для них лучше вот такой грунт, где написано «для фиалок». Вот, обратите внимание. Температура для проращивания семян составляет где-то 20 градусов. Это дневная температура, ночная не меньше 14. Эустома светлолюбивое, теплолюбивое растение. И досвечивать день обязательно нужен. То есть это цветок, который не короткого светового дня, а 12-часового. То есть подсвечивать в зимний период, особенно если мы сажаемся в феврале, обязательно. Какую выбрать емкости для посадки эустомы? Ну, могу сказать, что вот лучше, конечно, для них подходят вот такие торфяные таблетки или же вот такой парничок, где уже вставлена ячейка с отдельными такими стаканчиками и вставляется вот так. То есть и очень удобно, накрываете парничком. Вот в таком контейнере образуется единая температура и единая влажность воздуха, что способствует лучшему росту эустомы. Теперь как мы сажаем эустому. У нас есть ролик, ссылку в конце я дам в комментариях, где мы сажали эустому в банку. Способ нам этот очень понравился, он эффективный. Но если вы приверженец того, что сажать эустому традиционным способом, тогда значит информация это для вас, как сажать. Семена прорастают на свету, семена мелкие, как я говорила, как у петунии. То есть высыпаете, слегка прижимаете к земле, почву проливаете на глубину 2 сантиметров, накрываете каким-то укрытием, можно таким, можно пленочным, ставите в светлое, теплое место с температурой плюс 20 градусов. Всходы появляются через 2 недели. И еще через 2 недели появляются уже полноценные листики, и мы можем проводить первую пикировку. Ну, это если вы сажаете их единым, как говорится, единым посемом в ящик или еще куда-то. В фазе 3-4 листочков мы делаем первую пикировку. И в фазе 5-6 листочков делаем вторую пикировку. Прищипывание кустиков стимулирует рост образования боковых побегов, но отодвигает цветение. В грунт мы высаживаем эустому, когда минует угроза заморозков, возвратных заморозков, так как эустома не переносит даже кратковременное понижение температуры. Поливаем мы эустому только поливизатором. Желательно, конечно, полив производить, вот когда у вас уже растение оформит листочки, полив проводить лучше через поддон. Попадание воды на бутоны вообще для них нежелательно очень. Поливаем
водой комнатной температуры, ну где-то 25-28 градусов. Молодые всходы мы поливаем лучше, конечно, из поливизатора, только если земля усохла, так как излишнее переувлажнение может спровоцировать рост грибных заболеваний. Подкармливаем эустому с регулярностью в 10 дней полным комплексом минеральных удобрений для цветов. Смотрите, если вы только что провели пикировку эустомы, то лучше, конечно, подкормку осуществлять через 2 недели после пикировки. Если вы уже не пикируете растения, то с периодичностью где-то в 10 дней мы подкармливаем. То есть, если вы решили выращивать эустому вот в таких горшочках и пикировку вы не планируете, то можно подкармливать через каждые 10-15 дней полный комплекс минеральных удобрений. Лучшие сорта эустомы – это сапфир, фламенко розовая, фламенко белая, вот здесь у меня есть сейчас желтая. Да, фламенко желтая вот такая. Это все высокорослые сорта. Твинки F1, это все гибриды. Желтые твинки, фиолетовые твинки, эхо, русалочка. Выращивайте эустомы. Я думаю, что все советы мои пригодятся. Оставайтесь с нами. Всем пока.